Привет, с вами Мультиплеер, и сегодня мы будем играть в Физик Фейвили. Смотрите, тут обновление, и тут все такое праздничное на Новый год прям. Ладно, давайте посмотрим, что тут за новая птица появилась. А, нет, новой птицы нету, ладно. Раз у нас новое обновление про снежное, нам надо выбрать самую снежную птицу. Это овул, да. В зиме летают постоянно овулы, то есть совы. Так, давайте вот загрузим вот этот скинчик. Или вот этот. Или вот этот. Космическая сова. Вот этот, вот этот, вот этот. Ну, давайте это. Все, мы сейчас отправимся в самые ледяные острова. Вот даже сосульки тут вылазят. Вылазят, да, вылазят. Так, быстро бежим. Так, ага, теперь мы появляемся с нежеланной локации именно тут. Давайте посмотрим, что тут поменялось. Ага, вилладжер. Хоть мы его не... Давайте телепортнемся сюда. Что тут поменялось? Вау! Тут же все было как в прошлом году. Помните видео? Мы делали скины все желейные такие. Классные на Новый год. А теперь тут вот это. Смотрите, тут елка стоит. А, я помню, как они раньше была, она такая огромная, с много елочными игрушками, на нее можно было залезть, и мы играли в флятки. Вау, тут все снежно. Стойте, а если тут все на Новый год, значит и нам быть, надо быть на, как Новый год. Ну что, делаемся на Новый год. Та-дам! Игрушка, знаете, такая елочная игрушка. Ладно, так, вот мы появились, вот мы. Потупливающие голуби. Потом мы идем сюда. И как же мы играли в прятки, спросите вы. Что делать? Можно вот так делать, скрытненько, вот так спрятаться. Ладно. Мы брали вот так подарок. И вот так вот скрывали. Мы вот так вот прятались, скрывали ник. А еще мы вот так делали. Оп. А, да. Вот так вот за подарками прятались. Ну, ты подарка вот так прятались. Ну, еще всего можно было. А давайте теперь посмотрим, как изменилась супер крутая карта. Я супер голуб. С вами папарацци попугая, маленького попугая. Так, давайте мы посмотрим, что тут изменилось. Вот тут звездочка, на ней стоит гнездо. Давайте, пожалуйста, комментарии. А, меня выгоняют, ладно, я ухожу. Такая карта у нас. Вот такие новости. Вот тут конфетки стоят. Кто-то сделал конфетки. Вот тут колокол на школе, как всегда. Тут огромная елка. Ладно. О, мой подарок все еще не исчез. Вы видели? Вы видели? А, понятно. Это был не настоящий. Это был не настоящий. А, вот это... Все, я теперь поняла. Вот это я сделала. А вот это клон. Вот это не клон, а вот это клон. А, ладно, стой. Вот это не клон, а вот это клон. Так. Привет, снеговик. С вами телешоу маленького попугая. Там, тут елка. Погода плюс 30. Да, плюс 30, очень жарко. Потом и снег. Конфетки тут у нас. Вот тут был снег. Вот тут снег. Давайте посмотрим, что тут. Тут кафе, да, тут очень тепло, можете тут погреться. Тут подарочки, а можно я мне подарочек? Нет, не надо, не такой, а какой я себе выберу? А вот такой, да, я вот такой, я возьму подарочек, улечу. Опять было телешоу маленького. А кто кинул на крышу подарок? Стойте. Я взяла от крыши подарок. Кто-то мне, какой-то случайный чувак, мне дал секретный подарок. Нам надо его распаковать срочно. Быстрее. Кидаем его. Все, надо его распаковать. О, то тут, тут сейчас прилечу. Типа мне выпал подарок. В подарке мне выпало типа мышка. О, стой, мне надо тут... А, нет, мышка! Куда ты? А, надо выйти. Ага. Ладно, это сделаем мы тут. Давайте.
У меня в подарке выпала крыса, которая уже дохла. Ладно, иди погуляй. Я сказал, иди и погуляй. Вот правильно, иди и гуляй. Ладно, я от тебя ухожу. Так, что тут у нас? Мы тут видим большие два шара ёлочек, которые не повесили на ёлку. Это странно, потому что все шары должны весить на ёлку. Тут у нас подарочка, подарочка, в подарочках можно спрятаться. Давайте его возьмем и откроем, что же там появится. О, тут появился огромный колокол, давайте в него стрельнем. Очень красиво, ладно. Полетели, полетели, давайте кинем подарок прямо в тучу. У-ху! Да, они летают с неба. С вами был пингвин. С вами был... Этот, как его там, снег, этот, как его там, ну, короче, снег. Всем удачи, с вами был маленький попугай, поправиться маленького попугая. Всем удачи, всем пока-пока. И с вами был телешоу маленького попугая. Удачи, всем пока-пока.